Самолет падает в Волгу в 2 километрах от взлетной полосы. Авиакатастрофа, в которой погибла одна из лучших в России хоккейных команд. На его борту, помимо членов экипажа, была практически вся команда местного хоккейного клуба «Локомотив». Имена игроков навсегда останутся в памяти россиян. И так каждодневно стресса в качестве хоккеиста, когда долго не видишь свою семью и что-то не получается, может все это бросить. Капитанство мне дало дополнительные проблемы. Ну, нужно решать какие-то проблемы, правильно? Раньше у меня их не было. Естественно, когда у тебя 2 ребенка, нужно быть ответственным, стараться быть. Понятно, может быть, не у всех это получается, но я думаю, что к этому надо стремиться. Честным. Ну, для меня, по крайней мере. Честным в отношении ко всему. Ну, если ты делаешь что-то, делай честно.